Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 79 из раздела «Повторение». Как найти скорость сближения или скорость удаления двух объектов, если они движутся? А. Навстречу друг другу. Скорость сближения мы находим по формуле V1 плюс V2. Встреча произойдет. Б. Если тела движутся вдогонку, то мы находим скорость сближения, где V1 минус V2. Встреча произойдет. В. В противоположных направлениях. Это скорость удаления. V1 прибавляем V2. Встречи не произойдет. И Г. Движение с отставанием. Это скорость удаления. V1 минус V2. Встречи не произойдет. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.